В Казахстане усилят меры господдержки для рыбоводов страны. В этом году предприятиям, занимающимся рыбным промыслом, снизили НДС сразу на 70%. Одна из лидеров сферы – Атырауская область. В прошлом году здесь добыли 12 тысяч тонн. Однако из-за отсутствия глубокой переработки весь улов ушел на экспорт в качестве сырья. По плану развития сферы в ближайшие 5 лет в регионе реализуется 9 крупных проектов. Это хозяйство, фермы по разведению товарной рыбы, а также перерабатывающие производства. Их в Атырау пока только 3. Они наладили выпуск продукции по международным стандартам. Ассортимент насчитывает от 30 до 120 наименований. У нас есть возможность развивать товарное рыбоводство. Этот проект предусматривает разведение красных пород рыбы от мальков до взрослой особи. Мы его уже направили на рассмотрение. Если он найдет поддержку, приступим к реализации. Это дает возможность не ограничиваться промыслом, а заниматься восполнением популяции рыбы. Тем более, что сейчас есть возможность получать субсидии от государства по глубокой переработке сырья.